Я не опоздал? Андрей, уже как бы 5 сентября. 5 сентября? Пятница. Ну все, я погнал. Да ладно, давай. Ребята, я, по-моему, так сильно соскучилась. Целых 3 месяца не виделись. Еще год будем учиться вместе. Илюха, ты к школе готов? Конечно, готов. Вот. Телефон, наушники. Да всему готовка, естественно. Андрюх, ну ты что, к школе готов? Ну, конечно, готов. Утёба, утёба, ещё раз утёба. Ой, Лариска, опять мои дебилы пришли. Ой, не говори. Ой. Опять год с ними мучиться. Ну, что ты будешь делать, лето-то не было вообще. Не было лета. Ну, давай чокнемся давай, за прошлый год. Милая, давай, давай, родная. Хорошо, пошла. Любимая, это для тебя. На. Врубай. Скосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Роднуля, я тебе там в ВК музло кинул. Ты слухани там, давай, родная, с любовью. Ангелина, я так сильно тебя люблю. Я готов прожить с тобой всю жизнь. Андрей, это так мило. Не, ну у тебя жопы прям сочные апельсинки. Че, пойдем с тобой поморжимся немного, а? Да ты тоже ничего такой красавчик. Здорово, бейб! Зачекинемся, да? О, смотри, менты! Да где ты? А, на бороде! Девушка. Девушка. Вы что-то хотели? Да так, ничего, дорогу искал. Ну чё, может, познакомимся? Я не знакомлюсь. А вот так? Ой, ты такой классный. Здравствуй. Когда я увидел тебя в первый раз, я понял, что ярче, чем ты, звезды на земле нет. Познакомимся? Ну, конечно, познакомимся. Пау, 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 пау. Пуф, 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 ты убит, пуф, пуф, пуф. Андрюха, а это что, змейка? А дай поиграть. А ты мне что? А я тебе жвачку. А. Андрюха, это что, Face ID, да? Ага. А можно мне? А ты мне что? А я тебе змейку дам. Ага, конечно, нет. Маленькая страна. Маленькая страна. Сразу. Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360. Илюха. А? Ой. Нет. Ой. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Андрей. Ой. Серьезно, серьезно, давай, давай. Белые розы, блист на что-то там такой. Розы, дальше я не помню слов, так что иди ты в жопу. Илюха, да. Ты певец, пой. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин мне не жизни. Спасибо. Не сегодня лето, не сегодня. Андрей, а ты что так вырядился? На улице плюс 40 же. Бабушка одевала. Ха-ха, лето, птички, солнышко, бабочки. Андрей, а ты что делаешь? Играю!
Ну все, друган, тёлки, секс, море, бляж. Отдых, у-ху! Каникулы, завтра я на всё собью. На учёбу не пойду, а дую. Что, пойдём к тебе? Андрей, я не такая. Андрей, может, пойдем ко мне? Ну, пойдем. Да, конечно. Анжелика. Здорово. Познакомимся? У тебя хоть бабки есть? А то. Блин, ты такой классный. Пойдем. Андрей, смотри, какая жопа. Вот это жопа. Лучше, чем у меня. А то. Пойдем. Андрей, смотри, какая жопа. Вот это жопа. Лучше, чем у меня. А то. Сказал. Ой, да я пошутил. Сюда иди! Андрей, это тебе подарок на день рождения. Айфон! Я тебя обожаю, спасибо. Андрей, а у меня есть подарок тебе на день рождения. Носи их с удовольствием. Носки. Ну, ладно, пойдем. Блин, Ангелин, что-то я замерз. Как замерз? На, держи тебе куртку, грейся, дорогой. Ой, спасибо большое. Ой, блин, Ангелина, что-то я замерз. И чё? Ты мне хочешь о своих проблемах рассказать? Так давай я тебе расскажу. Все, все, я понял, понял, пойдем. Привет, малышка, дашь телефон? Номер. Да, конечно, записывай. Ну, начеркани. Это чё, не айфон? Свободен, бомжара. Вот такая вот вчера была, очень классно погуляла, вот думаешь... О, ребята, может, сфотографируемся? О, конечно, о, давай. Ну, да, ребят, готовы? Да. Это что, не айфон? Нет. Пойдемте отсюда. Пошли. Ребят, вы чего? Андрюх, дай телефон позвонить. Да, конечно. Это что, не айфон? Нет. А у меня айфон. Теперь он мой лучший друг. Пошли, братан. Уу, я купил айфон! Воу, у него айфон! У него айфон! У него айфон. Знаешь, я думаю, нам лучше перефотографироваться. Блин, ты на фотографиях такая стрёмная, как ты вообще фотографируешься? Андрей, а хочешь, я тебе что-нибудь вечером приготовлю? А может, лучше в кафе сходим? Не-не-не-не-не, я лучше к бывшей пойду, пока. Пойдем на Гоголя. А может, лучше на Мстители? Мы пойдем туда, куда скажу я. А ты что, ничего не будешь? Да не хочу, я дома поем. Да ты живешь за двоих, у меня уже денег на себя не осталось. Ой, Андрей, смотри, какая сумочка, давай мне купим. Да ты же их все равно не носишь. Видела? О, нормально, на аватарку поставлю. А? Выше возьми. Чтоб второй подбородок не видно было. Да ты понимаешь, что мне надо, чтоб мне тёлки завидовали. Ой, да иди ты нахер! Так, фигня, говно. Это вообще женское. Все, ну отлично, похоже, прошлогодним. Пойдем сюда. А, нет, пойдем сюда. Пойдем сюда еще. А, нет, пойдем сюда, пойдем туда, пойдем, пойдем скорее туда. Блин, это еще готовить надо. Да ну его нахер, возьму тоже. Возьмем горбушу или форель? Форель. Тогда горбушу. Возьми масло сладкое и оливки. Еще как раз не ешь. Алло, парни, в клуб? Ну, конечно, пойду. Ну, все, окей, до связи. Алло, парни, в клуб? Ну, конечно, пойду. Какой клуб? Выбирай, скотина, либо я, либо они. Хорошо, я останусь с тобой. Пацаны, я перезвоню.